В Тюменской области прошел конкурс среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В детский лагерь «Остров детства» на тематической смене собрались более 100 победителей отборочного этапа. В программе конкурса фигурное вождение велосипеда, демонстрация знаний ПДД и ОБЖ, а также умение оказать первую помощь. Тренинги с ребятами провели сотрудники ГИБДД. Всего в регионе 4500 юных инспекторов дорожного движения. Они как бы впитывают, дети как губки. То есть, когда они подрастут, я надеюсь, что те знания, которые они приобрели сейчас при участии в этих конкурсах, при изучении правил дорожного движения, они потом будут соблюдать правила дорожного движения. В будущем, по крайней мере, мы, я думаю, что все-таки придем к положительной тенденции снижению участия детей вообще в ДТП как пострадавших. К тем компетенциям, которыми они уже обладают как юные инспекторы движения, я думаю, наверное, добавится и та миссия, которую сейчас просто необходимо нам всем доводить и до детей, и до взрослых, в необходимости соблюдения мер безопасности в период ковид. Это и общественный транспорт, это поведение на улице. Я думаю, ребята с этим справятся.